И сегодня стало известно, что Следственным комитетом принято к производству уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда топ-менеджеров известных белорусских компаний. Материалы СК подготовлены Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля. Расследование идет в связи с уклонением от уплаты налогов компаниями Юрия Аверьянова. Задержаны 6 человек. Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. Под стражу по данному уголовному делу заключены 6 человек, в том числе директор закрытого акционерного общества «Торговый мир Кольцо», директор общества с ограниченной ответственностью «Парк развлечений Dreamland», а также управляющий «Madison Royal Club» и иные лица. Проводится расследование.